Погода начала портиться в четверг после обеда. Сначала пошел дождь, а потом и вовсе мокрый снег. Не готовые к таким изменениям водители столкнулись с тем, что их автомобили начали вести себя на дороге непредсказуемо, ведь большинство из них еще не переобулись в зимнюю резину. Это привело к нескольким авариям. За прошедшие сутки на территории Великоустюгского района было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий. 4 происшествия зарегистрировано на автодорогах Великоустюгского района. Это автодорога Урень-Котлас и Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. И 3 дорожных происшествия произошло на уличной дорожной сети самого города Великий Устюг. Основной причиной таких происшествий стало несоблюдение пункта 10.1 правил дорожного движения, где водители транспортных средств не смогли обеспечить контроль за траекторией движения своего автомобиля. Одну из таких аварий вчера вечером удалось запечатлеть зрителю русского севера. Неподалеку от деревни Коробейниково водитель автомобиля «Шевроле», не справившись с управлением, оказался в кювете. Впрочем, несмотря на большое количество ДТП, ни один человек в них не пострадал.